Без пасхальных корзин в праздник не обойтись. Наталья привозит их из Закарпатья. Стоимость от 50 гривен за маленькую до 500 гривен за большую. Смотрите корзинки. Вот. Великая, средняя, мала, мала. Расскажите. 170, 150, 130, 120, всякие, 180, всякие. Женщина делает их сама, говорит, это очень кропотливая работа, поэтому цена не дешевая. Но уверяют, если покупатели просят скидку, всегда стараются идти навстречу. Хай уже берет. Хай уже берет, она уже есть. Уже намучилась. Видите, як. Если не уступает, то как? Мусим уступать. Пасхальный набор входят яйца, сало, хрен, домашняя колбаса, буженина, сливочное масло, твердый сыр, творог и куличи. Харьковчане рассказывают, от некоторых продуктов приходится отказываться, так как цены по сравнению с прошлым годом еще больше увеличились. Пасхальный кошик уже потратила 400 гривен на пасхальный кошик. Если хорошие яйца купить, десяток кусочек сала, гривен 40, ну, буженину это на всю семью. Ну и кулич мы дома не печем, а сами покупаем. Ну, если очень так бы нормально, но сама корзиночка не менее 500 гривен будет. Куриные яйца перед Пасхой пользуются наибольшим спросом. За десяток здесь просят в среднем от 12 до 15 гривен. В прошлом году, говорят продавцы, товар был дороже, примерно на 3 гривны. Но сегодня, уверяют, цена наоборот снижается. У нас в Украине сейчас много яиц. Нет больших экспортных поставок. Есть экспортные поставки, но не такие большие. И у нас остаются яйца побольше. Поэтому цены упали. И как раз приходит период, когда яйцо курица занеслась, и его много. А когда будет переходной период у курицы, то тоже может быть поднятие цены. Перед Великим Воскресеньем подорожали мясные продукты. К празднику цена на них увеличилась на 5 гривен. А вот сало, наоборот, подешевело, говорят продавцы. Килограмм можно купить за 50 гривен. Если буженинку взять, то она стоит в пределах 80 гривен. Вот 75, если с косточкой. Вот. Ну вот такая цена. Если оно до праздника оно было 70-75, то как бы цена там на 10 упала, тут немножко на пятерочку буквально и то. Это если купят с утра, если утром не купят, то она все равно будет по той же цене старой. По данным Национального научного центра Института аграрной политики, стоимость куличей составит в среднем 50 гривен, что на 10 гривен дороже, чем в прошлом году. В магазине готовая Пасха будет стоить от 30 до 150 гривен в зависимости от веса. Кроме этого, отмечают специалисты, подорожали молочные продукты примерно на 5-7 гривен. Масло от 70 до 90 гривен, творог от 50 до 60 гривен. И сметана тоже от 35 до 50 гривен. Ну купила. Вот что это? Это покупка? Это 300 грамм масла и 300 грамм сыра. И 200 еще для Пасхи сыр. И 80 рублей. Это что? Это совсем ничего. В целом, по подсчетам экспертов, пасхальная корзина в Украине подорожала на 15%. В этом году минимальный продуктовый набор обойдется примерно в 350 гривен. Юлия Жукова, Борис Буцевич, медиагруппа «Объектив».